Добрый день, дамы и господа! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в этот замечательный вечер в этом прекрасном зале. Не экономьте, пожалуйста, никто сил своих на аплодисменты, на громкие крики. В общем, мы надеемся подарить вам хорошее настроение, танцевальный заряд бодрой и позитивной энергии. И сегодня с вами не совершенный, а просто безупречный Алексей Сорокин. И Евгений Михалев. И у тебя другие планы. Мой единственный план на сегодня это провести замечательный отчетный концерт Айлден Студии, который уже 21-й. Это одна большая семья. Сегодня нас ждут выступления тренеров Айда в Дэнс Студия со своими детьми, со своими учениками. Начнем мы с самых маленьких учеников нашей студии. Это маленькие человечки, уже готовы стать настоящими артистами и покорять танцевальные вершины. Жень, почему же так важно заниматься танцами с самого раннего детства? Потому что, Алексей, кроме красы и музыкальности, детская хореография развивает в ребенке креативность и внимательность, открытость, творческое мышление, прививает дисциплину. Благодаря танцам ребенок познает мир. И правда, ведь танцы дают столько возможностей. Что же, давайте начнем. А откроют наш концерт маленькие крокодильчики студии А6. Встречайте!